Перебор четверка пальцами. За верхние три струны отвечает большой палец. А за третью струну отвечает указательный палец. За вторую струну средний палец. А за первую струну безымянный палец. Картина перебор четверки выглядит так. Пятую струну вниз, третью струну вверх, вторая, первая струна одновременно вверх, третья струна вверх. Вот это и есть перебор четверка. Потом чередуем. Четвертая струна вниз, третья вверх, вторая, первая вверх, третья вверх. Вот выглядит так. Теперь давайте подключим два аккорда а-ля минор и до мажор. Они самые удобные. И на каждый аккорд по два перебора.